Мы с вами в Лондоне на одном из самых замечательных стадионов столицы Англии, на Стэмфорд-Челси. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Сегодня у них ставка на высокий прессинг будет, судя по всему. Это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. Мы с вами в Лондоне на одном из самых замечательных стадионов столицы Англии. На Стэмфорд-Челси. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Сегодня у них ставка на высокий прессинг будет, судя по всему. Это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. Мы с вами в Лондоне на одном из самых замечательных стадионов столицы Англии. На Стэмфорд-Челси. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Сегодня у них ставка на высокий прессинг будет, судя по всему. Это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча придется играть большую часть матча. В истории Стэмфорд-Бридж было много ярких моментов, но были довольно странные события, причем не так давно. В 1984 году по периметру поля внутри стадиона была установлена электрическая ограда. До такого додумались тогдашние чиновники, что дает некоторую фору нынешним. Но ограда эта никогда не подключалась к электричеству, так что хоть какой-то здравый смысл все равно присутствует. Вскоре эта адская конструкция была убрана, а в 90-х пропали и беговые дорожки. Стадион стал чисто футбольным. Нокар. Мяч в аутушу. Сеск Фабригас. Жоржини. Плохо сыграно, мяч потерян. Хосе Искьердо. На фланге мяч, есть свободное место перед игроком.